И всем привет, ребят, с вами Майк, я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. И сегодня вместе с вами мы протестируем новые обновленные устройства. И начнем с одного очень интересного, одного из самых моих любимых устройств, на котором, к сожалению, в последнее время я не играю. Но это все также супер крутое, сильное и интересное устройство для меня. Сегодня мы сыграем на страйкере с дистанционным подрывом. То устройство, на котором я на протяжении супер длительного периода времени играл вообще без перерыва. Под это все дело мы берем Гипериона, берем Крусейдер с драйвером. Ну и отправляемся в матчмейкинговый бой. Постараемся на максималочку реализовать эту комбинацию, которая и так может давать лютейшей грязи. Ну а если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч токенов по моему личному тегу, тегу TeamP. Для этого оформляйте покупочку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Буквально через 2 недели у нас будут уже итоги этого розыгрыша. Нас закидывает на магистраль, где у нас 0, просто 0 резистов от страйкера. Наша задача занять какую-то среднюю позицию на карте. Ну и стараться уже от этой средней позиции накидывать как можно больше урончика. По сути, эта комбина, ну я не знаю, ну может даже самая любимая, которая была в этой игре, в нашей игре для меня. Гиперион — это лучший дрон для реализации этой комбинации. Ну и что касаемо страйкера в целом, то он у нас немножечко тоже поменялся с точки зрения сплэш урона. Теперь на дистанционке нужно стараться стрелять как можно ближе к оппоненту. Разброс стал меньше со сплэша. Соответственно, чтобы наносить максимальное количество урона, нужно стараться уже ближе к оппоненту давать урончик. Так, мне очень неплохие там сводки от Гаусса залетают, я так смотрю. Мы будем довольно пассивно, я думаю, играть. Особо агрессировать не будем. Ну и будем стараться саппортить максимально нашим тиммейтам, чтобы как раз таки выиграть эту каточку. Хотя даже если честно, мы можем попробовать запушить. Можем попробовать запушить под респ. Гаус здесь со сводочкой. Нужно постараться помансить на максималочку. Но все равно он успевает дать мне неприятную сводку. Ну и, к сожалению, скорее всего, мы сейчас до аптечки уже не доживем. Так, что у нас по резистам? Шафт, у нас есть гром против. Ну, в принципе, у меня резист довольно неплохой, поэтому можем его оставить. Лучше, конечно, на этом вооружении играть в ТДМ-ку. Да, я считаю, что страйкер с дистанционным подрывом в ТДМ-ке реализуется прям великолепно. Но даже на любом другом режиме у вас также будет возможность его реализовать. Один из плюсов, конечно, то, что от страйкера сейчас особо сильно резисты никто не берут. Соответственно, у вас есть возможность очень жестко накидывать, особенно когда залетает крит по 2300. Это выглядит очень круто. Ну и дистанционка просто со своими раскрутками, с возможностью попасть практически на любую точку, дает вам возможность этого вкусного набора. Так, постараемся отвести флаг. Но нет, меня довольно быстро сбривает. 10 киллов у нас уже имеется. Еще целых 10 минут у нас до конца боя. Вижу точку, кстати, голда. Попробую сосулендру дать под эту точку, если противник будет здесь въезжать в голд. Попробуем реализовать. Ой, там даже контейнер падает. Ничего себе, противник будет. А противников нету. О, выкатываются ребятки. Отличная сосулендрочка по двоим залетает, шикарно. Так, ну и можно попробовать атаку какую-то сделать под это все дело. Да, разыгрывать особо сильно на базе противника у нас не получается. Поэтому было бы неплохо, если бы мы постарались как-то поувозить. Так, у меня рез от Магнума. Я даже не знаю, мне лучше, наверное, взять рез от Гаусса, потому что Гаусса что-то накидывают очень много. Прям супер большое количество урончика у нас залетает. 12 киллов у меня уже. Пока с таких полупозиций мы выжимаем максимальное количество урона. Уже, кстати, от страйкера два реза взяли. Давайте возьмем от Гаусса, что начинает накидывать очень больно эта пушка. Можно было бы взять рез еще от рельсы. Но вроде как у меня рельса так
больно не накидывает, как Гаусс, поэтому пусть будет резист у нас от грома стоять. Так, пробуем выбить здесь противников, которые в таких полупозициях находятся под нашим респом. Ну и теперь можем постараться залететь уже на базу противника и попытаться дернуть флаг. Урон просто великолепный, я не знаю, это такой кайф, когда ты так накидываешь на постоянке. Особенно важно жить как можно дольше с этим Гиперионом. То есть, если вы живете, то чем вот дольше вы живете на Гиперионе, тем больше очков и прибыли вы лутаете. Вот так работает эта комбинация. И чтобы выжимать из нее максималку, да, неспроста я сказал про ТДМ-ку, да, лучше всего, да, стоять вот именно на одной точке. Вот, то есть, например, на такой карте можно стоять перед мостом, да, у вас есть обзор на всю карту, вы можете накидывать вверх, вниз, если бы это была бы еще бы какая-нибудь ЦПшка, где противник въезжал бы, да, в зонки. Блин, к сожалению, не залетело. Еще и овердрайв у меня забрали. То можно было бы еще больше киллов в этих ситуациях забирать. Так, наш тиммейт пытается увозить, поэтому страхуем. Пытаемся страхануть тиммейтика. Где флаг? Флаг подбираем. Отлично. Так, у меня КД-расходки, но на Гиперионе КД-расходки нету. Пытаются мне сбить припасы. Раскручиваемся. Ну и под доставочку первого флага мы залетаем. Шикарно, супер. Страховка удалась нашего тиммейта. Ну и теперь наша задача, может быть, даже чуть-чуть больше на турбосушечку поиграть можно было бы. А с другой стороны, я могу продолжить стоять где-то и стараться как раз-таки накидывать урончик по оппонентам. 18 киллов у нас уже имеется. Постараться здесь дать каких-нибудь 35-40. Я буду считать, что это хороший результат, да, поэтому постараемся на какие-нибудь такие цифры выйти. Ну и что касаемо корпусов, да, я неспроста взял Crusader. С этой комбинацией можно играть и на... Можно играть и на, например, каком-нибудь Харьке, либо на Диктаторе. Но Crusader в последнее время, вот когда я играл на этой комбине, мне больше всего нравился. У тебя есть быстрая оверка, которую ты можешь сразу реализовать под противника, если наносишь не прямо в противника, а сплэшом. То есть наносишь пробитие, то сразу от пробития отыгрываешь и накидываешь супер большое количество урона. Либо же просто сливаешь сосулей прямым попаданием, да? То есть у тебя есть возможность постоянно иметь дополнительные киллы, что по сути для таких комбинаций и очень важно. Так, ну и единственный минус, да, сейчас дистанционки, это то, что тебе нужно стараться попадать четко в цель в противника, да? Если раньше я мог там прям очень сильно разбросно стрелять, то сейчас такие разбросные выстрелы уже не работают, потому что очень сильно режется урон. Но, если вы наносите урон с крита, он не режется от слова совсем, и вы можете накидывать тогда все те же самые большие цифры. С респа, если противник у вас есть, вы можете просто по нему давать сводку, да, пока работает нулевой урон, вы за счет сводочки можете спокойно его отработать, и когда нулевой урон пропадет, вы как раз-таки эту свадейлу ему и выдадите. Так, отлично. Залетела еще и сосулендра. Не сказать, конечно, что она жестко залетела. Пытаемся сейвиться до аптеки. Ой-ой-ой, успеваю еще пережить. Просто в нагляк на вражеском респе стою. Просто в наглую на вражеском респе стоим, респим. 27 киллов у нас уже имеется. И Гиперион настолько быстро мне перезаряжает припасы. Здесь я мог, наверное, даже одиночными тычками давать выстрелы. Так, ну и здесь уже меня точно на респ отправляют. 28 киллов, 4,5 минуты до конца. Шикарнейший результат. Наш тиммейт едет ставить еще один флаг. Ну а я стараюсь дотянуться в этой катке до 40 киллов. Как я уже сказал неоднократно, лучше, конечно, катать в ТДМ-очку с этим вооружением. Там можно за бой по 1000 очков просто спокойнейшим образом вынимать. Просто по тыщенке в карманчик. А если вас еще и пикает где-нибудь на радужные именно карты, где ГСки у бойцов не такие большие, то там вообще этот страйкер уносит просто все, что движется, потому что резистов особо сильно нету.
а если резов нету, то этот страйкер показывает нереально крутые результаты. 4-0 у нас, 31 килл. Можем попробовать уже запушить левую зону под базу противника, потому что начинаем выигрывать уже в салат. Противник, может быть, сейчас начнет как раз-таки стараться дефить. Ну, а мы под это дело будем еще больше врывать. Так, Хантер здесь с оверкой имеется. По сути, я мог бы по нему дать сосулендру, но дождемся еще каких-нибудь противников. Вот так вот будет уже неплохо. Ага, будет неплохо, а я сосулю просто промахиваю. Промахиваюсь сосулечкой. А могла бы залететь очень хорошая тычка по оппоненту. Так, Хантер вжимается. Читаем эту ситуацию. Читаем этот ситуэйшн, что он будет вжиматься. Так, ну и стараемся дальше здесь держаться в этих позициях и накидывать просто урон, да? То есть я живу, чем дольше живу, тем больше урона наношу. Наши тиммейты врывают, пытаются увозить, страхуем тиммейтов. И от этого дело уже отыгрываем. Мне особо сильно не важно здесь самому врываться и пытаться увозить, да? Здесь я больше работаю в роли такого саппортинга, который может просто решить ситуацию за счет наноса большого количества урона по оппоненту. Откатываем, неплохо. А, тут шаф с лечением, все понял. Вопросов не имею. Шаф с лечением, вопросов нету, отлично. Аптечка мне еще неплохо сейвит. Минка под себя, плюс откатка назад. И крит дает мне возможность еще нанести супер большое количество урона и слить еще одного оппонента. 37 киллов, овердрайв у меня появляется 2 минуты до конца. Попробуем реализовать сейчас вот здесь вот оверку. Отличная оудишечка. По троим залетает. Так, и пробуем сразу набрить бойца. Там шафт с лечением опять. Боже, сколько этих шафтов с лечением сейчас играет. Ладно. Пробуем здесь сплэш уроном забрать вот этого викинга Гаусса. Но сплэш, конечно, как я уже сказал, сейчас не такой жесткий. Не такой жесткий. Но все равно можно ловить. Можно ловить противников. 39 киллов. Я хотел сороковку. У нас есть возможность даже еще больше киллов дать, чем сороковка. И насколько все-таки вот комфортно мне лично играть на этом дистанционном подрыве, если вы привыкаете к этому страйкеру, он всегда будет показывать нереально жесткие результаты. Вот уже на протяжении, я не знаю, какого периода времени эта комбина работает, да? Если бы она бы мне бы еще не надоедала со временем, то я бы, может быть, до сих пор бы сидел бы и играл только исключительно на страйкере и бил бы те самые заветные трофейчики, да? Потому что изначально я на страйкере начинал играть, чтобы набить трофеи на этом вооружении. Потом, конечно, когда я увидел, что там за устройство, у меня мнение поменялось. Но в любом случае трофеев где-то около 700 тысяч на этом страйкере я уже набил, да? Если посмотреть, ну, сейчас катка у нас как раз закончится, то при хороших условиях, да, и при желании можно это все дело реализовывать очень и очень быстро относительно других пушек, потому что страйкер дает возможности набивать реально большое количество очков в матчмейкинговых боях. Вооружение легкое, ну и очень и очень прибыльный, да? Да, сначала, может быть, вам покажется, что дистанционка — это какая-то сложное устройство, которое тяжело реализовать, но буквально там через неделю вы уже будете показывать на этом устройстве нереально жесткие результаты. Да, и вот на сегодняшний момент времени у меня на страйкере набито 733 тысячи очков, да? Грубо говоря, ну, почти только 15%, да, от трофеев у меня набито. Ну и еще и на Крусейдере уже практически 300 тысяч. Хотя я на Крусейдере особо это дело вообще не выполнял. Просто играл на этом корпусе ВМ. Поэтому вот вам комбинация после обновления, которая показывает очень крутые результаты. Если вы вдруг еще не знали о таком устройстве, то пробуйте, тестируйте, реализуйте. Ну и пишите комбинации и устройства, которые вы бы хотели увидеть на обзор в ближайшее время. Обязательно поддержите данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.